Спасибо всем, кто сабался и ресабался. На прошлом стриме мы там мигали, конечно, но типа... вы же понимаете меня, да? Вы же понимаете... Короче, хочу извиниться за то, что сегодня не получилось стрима по хоррорам. Ну, вы понимаете, потому что вышла Divinity и хочется в нее поиграть, пока, как говорится, хуй, пока горячо. Вот. She's fine. Так, как? Вон, он здесь. Он пишет салам. А, вижу, да. Ну так это, что ты там, заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Короче, звонись, если что, мы готовы. А как там сетевая? Там сначала надо начинать или как? Давай сначала начнем. Я Давай, конечно, что? Я Яшку создал, это ты не понимаешь, просто человек, который вообще... Яшка! Пойдем. Так, что тут за дичь, я не понял. Не твоего ума дело, трупоедина. Ну в смысле? Не давай этой махажуйке так с собой разговаривать, она ведь еще и скрипит. Вы же деретесь, что ли, ребята? Они обозвали меня. Сейчас что-то начнется. Я тебя сейчас покалечу. Так главное, не убегай от него, не убегай. Он тебя убьет сразу. Я тебя сейчас член сломаю. В смысле мимо? У тебя что, члена нет? Это крокодилица, оказывается, видишь. Я тебя глушу сейчас. Короче, на все случаи жизни. Слушай, я тебя что, продамажил, что ли? Не-не-не. А, да-да, ты меня не хил, блядь. Я тебя похилил, я же нежить, блядь. А, мне хил в урон идет. Спасибо. Ой, от души. Сложно. Собака, это ты во всем виновата, тварь. Все, сундук выбросил. Корабль. Я сундук с собой таскаю. Серьезно. О, смотри, там рыба внизу была, как будто вот этот, знаешь, с фонарем, короче. Важно. Да. Да. О, боже. Вы спешите, я ничего не успеваю. Думать надо это. Типа, много кнопочек. Ой. Стырил корзину, блин. Маленькой девочки. Сказать ей, что она слишком шумит, и велеть замолчать. Добрый. Девочка не поднимает головы. Так, как-нибудь может получше получится. Представляю, замолчи, девочка. Да все уже, ты ее оскорбил, блин. Опаскудил, пришел. Серьезно. Ты болеешь теперь чем-то? Да? Ну тем что-то было. Да, у тебя там болезнь от рехуда. Съел он, блин, кишки. О боже. Я хотел знатно пожрать, что-то похоже зря. Выкинул бошку отрезанную. Ой, я съел! Теперь я тулово сожрал. Тулово. А тут есть... А, тут только один слот с оружием. Ну, типа как Dragon Age, ты можешь переключаться, там, дальнобойную ближнего боя. Такого нет, походу. Ну, тут пошаговое все, поэтому не так, наверное, важно. Приехал. Ну, это отель не 5 звезд, да? Да. Аккуратнее, аккуратнее. Но и я тоже, Тёма. Не задевай. Сука! Ну, бывает, что получится. Оно не было, оно не было. Оно не было, да? Все нормально будет, расслабься. Нормально, пацаны, нормально. Красный принц обжигает. Ходили туда, да? Да, не-не, еще не сходили. Не, вообще, я имею в виду. А, ну там, там какая-то фигня. Там что-то такое, лут копеечный. Жезл, по-моему. Мясо нашел, отлично, топ. Можно, в принципе, сгонять и потушить его. Вот тут бочка есть? Даже две. Блин, а я тогда с собой еще одну бочку где-то брал. Ага. Да, мне нравится эта способность. Ахау! Что это было? Я всадить могу. Тебя потушить может как-нибудь? Не знаю, за борт. Какая билка. Ого. Или вообще добью его. Получи. Юпись вообще. Чё я-то? Стоит рядом ящер. Сука. Потому что я взял перк вонючка. А подходит последняя ось. Ты вонючку взял? Да. И теперь они меня в последнюю очередь трогать будут. Так, я, конечно, ничего не хочу сказать, но надо полутаться.
Бревно, подобрал бревно, дебил. А вот так, когда там не видит, нужно, нам нужно... Слушай, ну ты видел, как он вертится? Он же конченый. Ползут, боже, не могу, что так тупо. О, отлично, все. И теперь лучше отходи, этот красный принц. Я отхожу, я отхожу. Вступай в бой. Ага! Вот ты и попался. Ладно, я туда фаерболом лучше жахну. Да-да-да. Надо было подождать, пока не смерутся. На, получи. Чик там, слышишь? Дверь закрыта, дверь открытая, заваленная. Мост слева заваленный. Нет ничего. Дорога идет вперед. Ящик открыть. Это что, сапоги. Цветок гниения. Пустой флакон для зелья. Ящик. Бью. Бью еще раз. О-о-о. Еще раз бью ящик. Сломал. Больше короче, ничего Артём, не вижу. Пока он с ящиками воюет, лутай там сундук. Пустая бочка. Да. А ты тут как оказался-то? Надо места знать. Смотрите. Ты хочешь посмотреть, разобьешь ли ты бочку? Ага. Давай. Блин, типа ты горящий. Он кинул бочку в меня! Да ты ее поднял, потому что. А, боже, серьезно? Ой, блин. Да? Блин, я забыл. Вот как надо подрывать бочки. Сработало. Джонни, Майкер. Ой! Это что было? А что произошло? Я буквально на долю секунды отвернулся. Я хотел разбить бочку с ядом, но что-то у меня не получилось. Слушай, рядом стояла бочка с водой. Не знаю, как это работает. Короче, все взорвались и потухли одновременно. О, боже. Я разберусь сейчас. Я говорю, сейчас эта бочка прилетит в них. Сейчас в нас прилетит. Сейчас эта бочка в нас прилетит. Вот так, смотри. Охренеть. Молодец. Просто премия Дарвина. Ой, бля. Ой, прости, что это так ёбнуло. Это самый жесткий гром, так. О боже. Хорошо, что мы на балкон.